клубничные грядки. Народу сегодня много. Всем хочется клубники. Сейчас все рассосутся по этим грядкам. Но клубники всегда много, ее всем хватает. Сбор с 10 часов утра до 4 вечера. Цена клубники 8 евро за килограмм. Посмотрите, сколько ягод. Очень много. Мы находимся в горах, поэтому достаточно прохладно и ветрено здесь. Да хватит нам клубники. Так, я собираю в маленькое ведерко. Кирилл, не бегай от ягоды к ягоде. Все, собирай. Не бегай, пожалуйста, от ягоды к ягоде. Бери все подряд. Сядешь, на одном кусте все соберешь. Кусты раскрывай, смотри, там все ягоды там внутри. Посмотрите, сколько ягод здесь. Все идут по верхушкам, собирают, но смотрите, чтобы гнилой не было. Гнилые не собираем, крутим каждую ягоду. Смотри, большие только собираем, красивые. Много ягод остается, люди идут, оставляют очень много, особенно внутри, там все собирают по верхушкам, все уже в конце, а здесь только ягод много. Посмотрите, красно. Так, все. Аня, пойдем на малину. Спасибо. Мальчики, на малину, прямо на выход. Так, очередь малины пришла. Посмотрим, что тут осталось. Ну и как обычно, по верхушкам собрано, а внизу море малины. Ну какая тут ягода у тебя хорошая. Видите, побрано сколько. Но и оставлено много. Малина будет до конца июня. Июля. Там вообще внутри, смотри, красно. Я вижу. Какая ягода большая. Беру. Ну что, как у тебя там
Так, вот это незрелое ее не надо. Не хочу за незрелую платить. Молодец. Ну что, мы высыпаем в ведро или мы высыпаем в контейнер? Я думаю, что в ведро больше места. Да? Ну, давай сейчас посмотрим. Она не такая сладкая. Она, да? Кислая. Она кислая, кислая, для джема. Эта ягода называется ежемалина по-русски. Я такого названия ежевика не слышала. И ежевика и малина. Гибрид ежевики с малиной. Она такая, как ежевика, внутри без дырочки. Выглядит похоже на малину, но она кислее малины. На джем идет. Так, ну давайте еще. Нет, мы ее собирать не будем. Пойдемте смородину искать. Давай. Да? Сейчас поднимем, да? Мы с урожаем решаемся заплатить сначала, потому что ведра тяжелые, их таскать неудобно. Хотим еще найти, где смородина здесь. Черная, может, и пособираем, а народ все идет и идет. Смотрите, сколько машин напарковано. Здесь покупают контейнеры, ведра. 1,5 евро ведро можно взять, 50 центов контейнер маленький. Мы идем на смородину. Все ягоды без исключения 10 евро, кроме клубники, она по 8. Ой, сколько народу на смородине идут. Ну, мы маленько соберем для папы нашего. Он ест смородину у нас. Крыжовник у них зеленый. Много еще тоже крыжовника. Вот, Кирилл, смотри, смородины сколько много. Так, по маленькому контейнеру сейчас наберем. И уже домой поедем. Погода разгулялась. Смородина только зреть начала. Еще черной немного. Так, все, дети насобирались. Уже в поле катаются. А мы тоже сейчас закругляемся еще немножко. И едем домой с ягодами, с полным багажником ягод. Ну вот, я насобирала маленький контейнер, кинула 3 на пробу Мише крыжовника. Кислый, да? Кислый крыжовник, кислая смородина. Ну, на пирог сойдет. В Ирландии нигде не купишь черную смородину, ни в одном магазине, так? Да. Ну, еще пару ягодок. Пару ягодок еще. И все. И заканчиваем. Едем домой печь пироги, делать варенье. И так есть. Да, Дублинские горы. Посмотрите, какой простор. Дети давят друг друга. Да, на зеленом ковре. Мне не забыть, где я оставила смородину. Ой, как здорово. Да, кафешка недалеко от фермы находится. Называется Timber Trough. Да, куда хотим. В любой домик можно сесть. Посмотрите, сколько кабинок. Ой, мы здесь были. Мы здесь были давно-давно-давно. Я помню. Но кабинок было не так много. Ладно, пойдемте посмотрим, что тут есть. Так, есть туалет. Да, есть, это очень хорошо. Были мы, Аня, здесь. Были когда-то, ехали. Смотри, здесь такой садик на входе. Так, ну что, мальчики, пойдемте. Здесь что-то типа гарден-центра. Мальчики, вот туда, руки помыть. Зато я теперь знаю, где купить вот такие подвесные корзины для цветов. 65 евро большая, 45 маленькая. У нас такие же в килошах отеля висят, украшают его. Очень симпатичное кафе. Мы немножко, конечно, поблудили. Пойдемте посмотрим. Местонахождение этого кафе и фермы я оставлю внизу в описании под видео. Ну, как,
Ну, пойдемте в очередь. Шуму от нас. Ох, сэндвичи сколько тут. Такое разнообразие сконов. Сконы с малиной и кокосом, грушей и миндалем, с ягодами и коричневые сконы. Да, вопли — это наши вопли из нашего домика. Вот. Устроились мы в кабинке в такой. Что у вас тут случилось? Вы кричите так, что нас слышно далеко. Наболтали кока-колу. Ладно, перекусываем все и едем домой уже. Давайте. Приятного всем аппетита. I got a sandwich. I'll have a croissant.